что-нибудь в своем строительстве. Я с вами Дмитрий. Ну и сегодня у нас Bemenji Drive. Я не знаю, покидать ли мне эту игру или нет. Хотя за последнее время я как будто в нее перестал играть вообще. То есть даже остальные игры тоже перестал трогать. Если она, конечно, понимаю, да хренище. Но как будто, знаете, ну не то, не то вообще. Игра, конечно, мне нравится супер, но вес это прям даже не наш. И тут у нас есть, так скажем, вот такие вот штуки на время и так далее. Что-то ближе США, и у нас есть вот это высокоскоростное шоссе. Вот тут у меня прям хорошо возникает вопрос. Я пытался пройти этот трек. Но хер его знает, что нужно сделать, чтобы это все как бы нормально нормализовать. Вот эта вот игра, ну, это прикольная игра. Там где-то развиваешь машины, там где ты выполняешь какие-то челленджи, там, например, трубки у кого-то взял, что-то. Она классная, но как будто, знаете, я перестал в нее, типа, что, куда. И, может быть, я последний день сегодня в нее играю, типа, она удалится, но... Может быть, я потом поеду флешку куплю и там на нее что-то туда закачаю еще что-нибудь, хер бы знает, что к чему еще. Так, давайте, наверное, 3 круга поставим. Вообще, я не знаю, как долго ли будем ехать по этому треку. Вообще, я ее пытался пройти, но, честно, это невозможно. Я выбрал там BMW, начал кататься, и в какой-то момент... Тут я начинаю понимать, что у меня что-то не получается. То есть машина как бы, ну, она зацепится, все как есть, все как надо, но, к сожалению, что-то все слишком сложно. Я пытался там пройти, там что-то и так далее. Как будто это просто нереально. Вот давайте мы сейчас возьмем еще раз, где это BMW. Что-то я вообще не вижу. А, вон это, слепой уже. Так, вот BMW, и мы, по-моему, брали вот эту версию, да. Это белая версия. Германия, конечно, естественно, немцы. Все классно и так далее, но... Я вот, не знаю. Возможно ли это вообще прям нормально и быстро проехать этот трек? Хер его знает. Я брал какие-то ралли на тачке, пытался, но, к сожалению, машину носит как... Не знаю, кого прям по асфальту, это невозможно управлять. И... Во-первых, у меня руль... почти... Ну, не на 360, конечно, но просто 90 градусов, что-то подобное. Вот, и... Тут я такой, типа, блин, а как? Это невозможно. Я пытался что-то там сделать с машиной, хотя бы, чтобы она более ровно ехала, но она ни хрена не едет, она летит и начинает в какой-то момент на каждой кучке вот так вот прям скользить. Это невозможно. Ребята, это просто нереально. Я долбил, сколько там, 2 часа, по-моему, сидел на этом треке и... Она выбирала какие-то тачки, но это просто невозможно. Я не могу проехать дальше моста, то есть там дальше я начинаю попадать в деревья, в ямку и так далее, вот прям постоянно авария. Но как будто с другой стороны хочется вот прям по жесткому навалить по полной программе, то есть как профессиональный ралли не выше. Давайте сейчас покажем наглядно, как это все выглядит. Поехали. Мы разгоняемся. Здесь вот надо быть сбоку осторожно, потому что там появляется камень.
Так, а здесь мы притормаживаем. Но с другой стороны, хочется и время показать хорошее. Машина на самом деле едет очень хорошо. Мне все нравится. То, что надо, а здесь как будто хочется, чтобы посильнее, пожестче, но как будто не стоит. Типа нахера. Вот здесь вот, да, действительно вот тут вот, а немножко сложный поворот. Тут надо тоже поаккуратнее. Тихо. Тут вообще нихера не понятно за деревьев. Я ничего не понимаю, что происходит, где, что, чему. А здесь вообще надо аккуратным быть. Тут может быть все что угодно. Я тут постоянно, вот мост проезжаю, да, и никогда ничего не получалось. Постоянно вот. Ты влетаешь куда-то непонятно. Вот здесь, видите, рельеф какой-то, с нихрена не видно. Да, вот тут, по-моему, я вылетал постоянно, это просто невозможно. Вот дальше этого места я не проезжал. Тихо. Видите, о чем я и говорю, то есть машину носит. С машины носит. Ага, я, кажется, понял, где мы находимся. Ох ты, ёлки-палки, твою мать. Понял. Так, значит, в этот раз я показал более хороший результат того, что мы проехали быстрее, чем в прошлый раз, то есть уже доехали до заправки. Тогда я туда не доезжал. Надеть наушники и прям прислушаться ко всему этому. Звук на самом деле приятный, да? Прям такая полная. Носит. Ничего, носит прям. Не, похоже, сильно на реалистичную аварию. Блин, это машина нереально носит. Мы можем поставить сюда. Вот этот слайд и попробовать поновать. Очень поехали. Как будто вот так первого лица машина более. Вот она более себя реалистично чувствует. Вот как будто сейчас более быстрее я поеду. Тихо. Я даже не понимаю, на какой скорости еду. Здесь как будто можно прям без газа. Тихо. Опять 11 секунд. То значит с большим замедлением еду. Я понял тебя. Как такое? Немного сложновато. Машина может снести в любой момент. Удержался. Что за хрень? Стрелку в пол нахер положил. Чувствую прям поворот. Так, там сейчас должен быть прям резкий разворот. Сейчас. Очень обидно. То есть получается.
Если пос... А, мы даже на карту не можем посмотреть вас. Ты понял, да? Мы даже на карту не можем посмотреть. Охренеть. Шип, ну блин. Хорошо. Я почти приехал. То есть вот это вот как раз таки поворот последний. Вот и его везде суп можно было по прямо долететь. Немного поагрессивнее можно было бы и притормаживать. Хорошо зашел, отлично. Это сейчас было. Что? А что мы зацепимся? Я не понял, что за хрень. Я чем-то зацепился, но я не понял ни хрена чем. Блин, карта связалась с сраной, прикольно. То есть можно челлендж провести, но можно быстрее проехать, но это практически нереально. То есть здесь надо автомобиль такой поле зацепиться. Где ты такой возьмешь? А нет, со стопом. А я правильно понимаю, что у меня колесо все. Давай заново, потому что тут скинерально. Раз, два, три, полетели. Ну это трэш полный. Стрелку в попу он положил нахер. Нет, прям вышка, как будто здесь тоже довольно-таки идеальная для таких вот заездок и так далее. Половину потерски скоро скидываем. На видео примерно 140, 150, 160, короче говоря. И здесь укладываемся в поворот как можно сильнее и кладем стрелочку. Оп. И сейчас прям притормаживаем. Намного медленнее. Аж с подометр поплыли. Это практически нереально. То есть я же говорю, вот эта вот часть, она одна из самых сложных. То есть вот это отправил поворот и иду. Оп, тикай, тикай. Колесо, я помню, зацепился. Раз, два, три, полетели. Что за летим-то, нифига себе, со стрелочкой, положенной, блин. Половину скорость скидываем. Здесь прям при цели залетаем. И как на ралли практически. А вообще у машины есть каркас. Нет каркаса, что было? Ас, если ты... Стоп.
кажется, вспомнил, что у нас есть. Есть один автомобиль. Так, сейчас. Есть один автомобиль, который я вспомнил. У нас он такой гоночный прям. Так, вспомнить, где бы он находится. Не вот это? Да. Вот эта вот херня. Это мне кажется, что она реально что-то может. Давайте попробуем, потому что он топит быстрее. Скорость у меня больше. Лево. Дает ли она до конца? Непонятно, что я предлагаю сделать челлендж в 3 круга. Если я... Блин, это невозможно. То есть сделать так, чтобы 3 круга проехать, это мне кажется, это прям совсем. Мы спросим, когда попадем, это вообще разнос просто. Пацанок вообще. Это мне кажется, это будет вообще капец какой-то. А, скорость пишется, все хорошо. Летим. У тебя вообще без понятия. Пойдет ли она это или нет? Что за фигня? Ты видел? Она прям колесом залетела. Стоп, подожди, а что за фигня? Что-то она не похожа на BMW. BMW как будто быстрее едет. Мне кажется, 120, 130, чего? Что-то я вообще ничего не понял. Сейчас на этой херне проедем весь круг, я офигею. 125 на максимум день. Что это такое? Что? Вот если смотреть на то 125 должно быть. По идее вообще в целом. Нет, честно говоря, минус в ней это то, что скользко все равно. Слеки. И как будто она и зацепится. Как будто. Ну смотри, мы уже проехали больше половины. Тихо-тихо. Че происходит? В смысле? Чем-то по звуку похоже на Ford Focus с этого Rally 2, помните? Когда мы гоняли, там звук такой. Я еще не понимаю, что происходит. Какое возможно. То есть мы долетели. Почти до конца. Тихо. А, вот он этот опасный поворот. Вот жалко карты нет. Пишут, что карта должна быть. Где она, не понимаю. Еще рано до конца доехали, что ли? Да ладно. А ну-ка поехали. Поехали. Что это? Так, время 2:31. Лучше время 2:31.
Поставим ли мы на 20 хотя бы, примерно, сейчас посмотрим. Я вертик поставил. Я прям вертик очень часто. Ставим, да. Так это. Сантиана ничего не было, рыба, понятно. Ну, ничего не было. Поэтому ничего не видели точно. Ничего не было. Все нормально. Это правда. 125, 128. 130, можно сказать. Так, колесо поехало. Все. Все. 2.31. 2.31. Давайте так и запишем, плюс 2.31, а улучшим время, которое мы сделаем. Ага, 2.31. Ну, слушайте, в принципе, как будто неплохо. Казалось бы. Все, подожди, если выбрать еще какой-нибудь автомобиль. Что у нас есть? Что-то наподобие этого. Я хрен его знаю. Вот это я пробую. Это практически нереально. Так, а если... У нас вот это есть. Так, я тебя понял. Хелклим, она же у нас по идее как бы... Сколько они просто? 185, по-моему, блядь. Давайте попробуем. Сейчас попробуем. Здесь сейчас пойдет нормально. Или да, следующей серии. Где-то, наверное, через месяц мы попробуем еще раз сюда зайти. И посмотреть, что к чему. Может быть, на ней мы попробуем два круга брать. Блин, послушай, почти с половиной. Не прям с половиной, а так круг и 10%, мне кажется. Ой, да не успешно. Это неплохо. В общем, даже неплохо. Я сейчас в шоке. Эта машина сейчас рад будет кипец. Можно немножко стрелочку. Старт, вот он, потрясающий старт. Что с машиной, я не понимаю. Что? Что-то мы ее прям понесло на ногу, не понятно почему. Жестко нос.
прям понял. Сначала едет, потом начинает раздуматься так много. Тих-тих-тих-тих. Да, я прям заносил, да. Жестко как-то нас. Скучка мне принесли. Здесь как будто надо было хоть более поаккуратно. Едет нормально так. Пылесос с ноги. Нет, нет, она как будто реально не может. Серьезно. Я вообще колесо нахер отвалилось. Ну, половина пути есть. Давайте попробуем от первого лица. Может быть, это не так поможет? Первый знак. Должно же что-то получиться. Пошли сядь до сюда. Может, так потихонечку здесь. Не, ну там машина с киркасом, естественно. Здесь вообще в повороте лучше по всему все терпеть. Но я, честно, пальцы начинают болеть прям вообще не так. Давай-давай. Шо. Сосед видел. Сосед, ни хрена себе. У него результаты совсем другие. Чекпоинты до чекпоинта 4 секунды, что? Это вообще возможно. Улетел прям совсем. Ну, половину практически проходил. Давайте так, раз пять последний, если проходим, хотя бы круг. Должны самый короткий. Ведь самый короткий время показать. То есть нам надо 2.20 хотя бы вот так вот. Вот тут раздувается, на хрена себе. Спидометры ваши хилены, не хочу себе такой. А здесь смотри, из-за прыжков скорость 160, не больше. Просто практически невозможно. А здесь примерно под 130 спускаемся при повороте 70, 80, 80. 80 кирпичей, да, здесь. Разгон делает. Лютейший разгон.
хорошо, нехорошо. Давай, 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 еще раз. Не, чувствую, как будто не нужно выкурываться. Скоро. 160, да, как ему, не надо. 160, да, 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 161, не больше. Здесь 110, типа. И здесь вот 130, 140, короче, бедра, да? Лучше прям по асфальту ехать. Ух ты, нихера себе, я влетел сейчас. У меня там колесо отвалилось. Я прям впечатался. Экстрайк такой. За молоком. Нет, 160, 140, там 170, вертелось. Я посмотрю. Да, Санек, не долетел. Это было реально жестко. Это было реально жестко. Я просто в центр смотрю и я готов, куда надо. И все. Можно, может, 110, плюс-минус. 120, ну, в принципе, пойдет. Блин, мне кажется, что эта машина должна показать намного лучший результат, нежели я думаю. Слушай, что притормозить? Ох, тихо, 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 тихо. Пойдем. Ну, вот как ты утвердился, ты просто конечно, да. Я бы лучше ушел. Это реально машина, что там может смотреть. У меня это 13, мы едем где-то здесь. Это значит, практически половину проехали. Да, да, да. Пойдем же на чертова остановка. Чертов пожар сразу. Как будто так, как вот так надо ехать. Все в порядке. Странно. Уже не все в порядке. Так. У меня аж рука болит прям. Хорошо, давай еще раз. Это же зеркало у нас. А ни хрена здесь. Это странно. 161, видео.
совсем нахера себе раздулся тут. Понял. Мы там уже 6 раз, да, наверное, херачим. Уже давай со мной, покажи. Смотри. Может быть, я реально дурак. Я что, прям всю кутушку зачем? Там... Так, 161 видео. Здесь, наверное, люди не пишут, сколько раз я сказал, 161. Наверное, скоро мен будет только 161. Ну, я считаю, 1, 2, 3. Ощущение, что вы меня сейчас пассажирами просто прикиньте. Откуда? Или все? Ценится. Да. Один. Что, понимаете, мы прям, в принципе, 51 скорость. Смысл 51, прикинь. Ну, не секунду просто. Заказываем такой пакет. Все, он бит. 162, что? Я видел это дерево. Я хорошо видел это дерево. Я помню, я не помню. Это было вообще. Едем ли мы или нет, непонятно. Не нужно ли как-то зафиксировать круг? Мне кажется, нам даже одном круге хватит. И потом мы два поставим, чтобы было понятно. Так, а здесь у нас позже, да, или сколько минут? Молодец. Тоже прыжок, как приятно. Прям глаза уже болят. Так, фильм. Что думаете, доедем? Нам же нужны эти наши 2.20. Нахрена себе. Пожалуйста. Что у меня происходит? Сам нашел, короче, хена. Да, прям сильно разбил. Дальше бы мы уже не смогли поехать, ну, слушай. По крайней мере, мы проехали 2.12. Это самый лучший результат на этой тачке. Что-то мне кажется, что мы нашли более такой быстрый автомобиль, который реально может такую херню сделать.
Ну, сможем ли мы сделать 2 минуты? Это прям вообще... Это даже, я не знаю, это... Надо прям совсем, ну как бы... Вообще раздуплиться настолько, чтобы просто охренеть. Так что, ребят, на этом все. Это вообще жесть. Так что челлендж на этот круг. Наверное, я открываю. Если кто-то сделал, то нахер. 12. Ну, в целом, как будто слабовато, да? Как будто кто-то может намного лучше. Но все равно это будет тяжело, потому что машина как бы, ну, ее занесет. Она улетит просто у тебя в кювет сама по себе. То есть ты здесь ни при чем, ты будешь ехать, как она есть, но она у тебя просто так подпрыгнет и улетит просто в кювет. Поэтому это практически нереально. Поэтому на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Правде. Значит, подписчики будут. Все. Увидимся в следующем этапе на этом же кольце. Все. До новых встреч. Удачи всем. Пока-пока, друзья.